В Жамбылской области наращивает производственную мощность высокотехнологичная птицефабрика глубокой переработки куриного мяса. Предприятие работает по госпрограмме индустриально-инновационного развития с декабря прошлого года. На современном оборудовании голландского производства уже произвели более 2000 тонн курятины. Готовую продукцию намерены экспортировать в страны СНГ. Эта птицефабрика – один из четырех проектов Бальзакского района, действующих по программе индустриально-инновационного развития. Здесь разводят бройлерных кур рост 308. Птицы этой породы славятся хорошим приростом в мышечной массе. Выращивают их 40 дней. После отправляют на забой. Готовая продукция пользуется высоким спросом. Реализуем, значит, в первую очередь, когда регион Жамбылской области, затем Алматинская, Карагандинская, город Астана, Кызылординская область. Экспортировали в Россию. Сейчас идутся переговоры с Республикой Кыргызстан, а также с Узбекистаном. Оборудование у нас полностью по голландской технологии. Мощность предприятия 4000 тонн курятины в год. Здесь выпускают порядка 20 видов продукции. Трудится 120 человек. Горячий стол. Это заключительная работа нашего холодильника. Особая работа не тяжелая. Упаковываем внутренности. Это называется мягкий сбор. По словам специалистов, данное производство курятины не имеет аналогов в Казахстане. Развиваться помогает поддержка государства. Проводится субсидирование произведенной продукции в размере 50 тенге на килограмм. В текущем году было субсидировано объем производства на сумму 62 миллиона тенге. В будущем мощность птицефабрики намерены увеличить вдвое и открыть цех по утилизации отходов производства. Главное – заручиться финансовой поддержкой агрокредитной корпорации, отмечают фермеры. Тем временем число желающих развивать свой бизнес растет с каждым днем. За период реализации 34 проекта на общую сумму 575 миллиардов тенге и создание рабочих мест около 6 тысяч. В 2017 году, учитывая, что у нас только август месяц, но фактически у нас уже 12 проектов на общую сумму 15,4 миллиарда тенге, из которых 5 у нас уже реализовано, и 7 проектов сегодня находятся на стадии реализации, и к концу года этого мы планируем их успешное завершение. Анастасия Сулейманова, Бахыжан Бапаев, Руслан Хатилла, Жамбылская область, Хабар 24.